Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля «Шевроле», двигаясь по второстепенной дороге на перекрестке неравнозначных дорог, столкнулся с мотоциклом «Сузуки», двигавшимся по главной дороге. От удара мотоцикл отбросило на металлическое ограждение и деревья. Водитель мотоцикла, 23-летний житель Перми, и его пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Бригада скорой помощи констатировала смерть потерпевших. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. По предварительной версии, причиной стало несоблюдение очередности проезда со стороны водителя автомобиля 35-летнего сочинца.